Для выбора вариантов трудоустройства клиентам предоставляется информация о наличии вакансий. Она размещается в информационном зале Центра занятости на стендах и публикуется в местной газете. При содействии специалистов Центра в прошлом году нашли работу 675 человек. Продолжают искать 118. Одной из основных задач Центра занятости населения является содействие гражданам в трудоустройстве на заявленные работодателями вакансии. Предприятиями и организациями города заявлена потребность в работниках в количестве 930 человек. Одной из проблем, связанных с трудоустройством граждан, остается несоответствие спроса и предложения рабочей силы. В настоящее время на рынке труда города Десногорска устойчивым спросом пользуются высококвалифицированные рабочие следующих специальностей: сварщики 3-го, 4-го и 5-го разряда, электрогазосварщики. Также на рынке труда востребованы электромонтажники, уборщики. Рынок труда испытывает потребность в воспитателях детского сада. В системе здравоохранения требуются врачи, акушеры, фельдшера, медицинские сестры. С начала 2018 года сотрудники центра помогли найти постоянную работу 4 гражданам. 2 трудоустроили временно. Центр занятости оказывает населению услуги не только по трудоустройству. Нашим центром занятости оказываются услуги не только по трудоустройству граждан, но и по психологической поддержке тем, кто потерял работу. Мы помогаем им социально адаптироваться, определиться с новой профессией. В летний период мы помогаем трудоустраиваться подросткам. К нам могут обратиться женщины, которые находятся в декретном отпуске, и получить по направлению центра дополнительное образование. Все услуги центр занятости предоставляет гражданам бесплатно.